Меня все время будет. Кто тебя будет? Голоса. И что же они тебе говорят? Я не могу сказать. Возможно, дело в нестабильности и частых переездах. Ты разговаривал по рации. С кем? С тобой. Иногда они просят что-то нарисовать. Папа правда меня ненавидит? Что с ним происходит, Дэнни? Мама, скорее приди и спаси меня. Эрик! Он хочет прийти, не знаю. Я прошу вас прослушать одну запись. Это угроза. Зло существует, и оно не дремлет. Если моему сыну и правда нужна помощь, я готов на все, сеньор Дэвид. Эти голоса, они здесь и пытаются нам что-то сказать. Она здесь? Сара! Ты сейчас тоже их слышишь?